Николай Дроздовский, ССК Хапсанова, Наталья Быстрова, Ифнабиев, Тарас Станин и Таис Курумидин представляют сейчас страны-участницы. Помимо главного монумента есть еще специальные дополнительные экраны. Вы видите треугольные, именно на них появляются названия стран-участниц. Как только страну представляют, флаг устанавливается в специальное гнездо. Алтын и алмаз. Талисманы чемпионата. У каждого серьезного мирового чемпионата должны быть обязательно талисманы. Ну и официальный слоган чемпионата переводится «Будущее в твоих руках». Это еще официальный хэштег мирового чемпионата WorldSkills 2019 года. Много сегодня использовано различных интересных решений. Будут так называемые VR-художники, то есть люди, которые являются профессионалами в управлении виртуальной реальностью. Ну и кроме того, еще так называемая дополненная реальность, которую вы можете увидеть в церемонии трансляции. И ТВ-трансляции, и веб-трансляции. Ну и зрители на стадионе также могли бы воспользоваться. Нужно было скачать специальное приложение. Тоже могут увидеть дополнительные графические решения во время церемонии открытия. We'll be right back.
Ну и в концовке, кстати, там есть специальный такой набор у каждого зрителя. И у зрителей будет возможность тоже стать полноправными участниками церемонии открытия. Впрочем, не будем торопиться. В принципе, видно одинаково сцену со всех трибун, поскольку вокруг монумента располагается круговая сцена, она поделена на окружности, две из которых вращаются. То есть, в принципе, нельзя сказать, что у сцены есть какое-то там центральное место. Нет, она доступна абсолютно со всех точек на стадионе, на трибунах. Представили испанцев, но и остается вот сейчас очередной куплет, после чего представление последней группы команд. Итак, все 63 страны-участницы 45-го мирового чемпионата WorldSkills представлены. Флаги всех уже здесь, на сцене. Ну и значит, сейчас начнется церемония открытия, которая будет представлять, рассказывать и раскрывать суть мирового чемпионата WorldSkills.